Так, теперь будем стричь фронт и плечи. Берем тоже пятерку и стрижем по шерсти. Переворачиваем и против шерсти вот здесь заравниваем край. Ну, чтобы получилось ровненько, чтобы не было резких переходов. И вот по шерсти заровняли. Так, линию верха поделили собаку пополам, зрительно. Поделили. И отсюда той же пятеркой по шерсти мы должны выстричь ровную площадку до хвоста. Держим хвостик и спиночку вот так ровненько-ровненько быстренько снимаем. Стрижка у вас не займет много времени, это я рассказываю долго. Вот получилась у нас такая площадочка. Так, сейчас мы будем стричь гриву нашего кереблютерьера. Надеваем десяточку. Теперь вот это все мы расчешем и будем уже подравнивать ножницами. Так, собачку вынем из петельки. Вот терпеть не могу, когда здесь оставляют вот такие хохолки. Вот это вот для чего, непонятно. Голова зрительно только укорачивается. Уши смешно получаются посередине головы где-то. Поэтому это место нужно обязательно снять ножницами. Вот так вот ровно, симпатично, не оставляя никаких глупых хохолков. Так, все время подчесываем. Вот когда мы убираем клочки, вот это все время постоянно вы подчесываете, подчесываете, подчесываете. Не ленитесь. Будем убирать клочки здесь, чтобы вся гривка у нас была ровненькой. Что она хорошая. Вот какая девочка у нас красивая. Обязательно следите, чтобы на плече здесь не было никакой вмятины. То есть голова должна плавно переходить вверху в шею, и шея плавно переходить в плечи без всяких ямок, складок и прочего. Вся стрижка кери должна быть как бы обтекаемая, без резких переходов, без резких углов. Все плавненько.